Всем привет, привет, мои дорогие! С вами Клунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами будем обсуждать новинки и уже не новинки. Ну что ж, начнем прям по порядочку. Обзорчик такой большой, хороший. Первое, что я заказала, попробовать, так как нашего роста не было, но Викуська растет отлично, я заказала, попробовала 152-158 ростовочку, вот такое платье в клеточку для девочки. Артикул 862-399. Великоват, но он свободный, он классный. Единственное, что великоваты рукава, а все остальное просто как домашний халатик носить одно удовольствие. Он мягкий, он легкий, он классный. Я прям вообще в абсолютном восторге. Артикул 862-399 в размере 152-158. Тут идет 50 хлопок, 50 полиэстер. Тут вы сейчас его увидите, а я вам пока вот покажу его. Он не колючий, он реально такой хорошенький. Ну, это новогодняя вещь, но все же мне он очень-очень понравился. Он клевый, он классный, он мягкий, он всесезонный. Ну, единственное, что на жару, конечно, не наденешь его, не оденешь. А так, вот видите, тут три пуговки сверху. Такие вот прозрачные, хорошенькие. И все просто великолепно. Тут такое вот закругленное немножечко, слегка совсем чуть-чуть. Ткань легкая и мягкая. Изнутри вот изнаночная сторона, вот лицевая сторона. Все хорошо. Низ изделия, именно рукавов, тоже хорошо обточен, обшит. Но нам они примерно вот настолько велики. Штучка классная. Жалко, что их не было в наличии, когда они были актуальны. Но сейчас вот это клетчатое платье, оно тоже очень-очень даже актуально. Далее в BSC была распродажа. Заказала я такие вот суперские, великолепные патчи. Они мне очень понравились. Артикул 14-13. Тут вы их тоже увидите. Шикарная штука. Очень нравится, это у меня от резинки, да, не обращайте внимания. А очень нравится, что они классно разглаживают, подтягивают века, они идут одноразовые. И тут идет не только эффект подтяжки, но еще и омоложение кожи век и уменьшение кругов под глазами. Он заметен прямо после первого применения, поэтому рекомендую. Они сейчас очень хорошие акции, стоят практически в два раза дешевле. Когда вы заходите как консультанты по своим логинам и паролям, то вы увидите в разделе «Мои персональные акции» распродажи. Заходите в этот раздел, и там BSC. Шикарные патчики. Мне очень-очень понравились. Далее новинка. Вот такая вот новинка куркума. У нас идет в таких вот они коробочках. На подарок будет очень даже красиво. Они ставятся, что здорово. Раньше такого не было, чтобы так удобно они стояли. Это новый выпуск. Витаминная сыворотка концентрат. Артикул 28-59-30 малей идет. Ее нужно наносить до дневного или до ночного крема, или два раза в день, или один раз в день, как вам будет удобно. Так как эта сыворотка, я Риму Корнееву смотрела, дальше будет вставочка про всю серию куркумы. Вы можете посмотреть от Римы Корнеевой. Я вам могу сказать, что эта вещь, она улучшает действие кремов и плюс обещает нам, что наша кожа будет сиять молодостью. Я ее когда попробовала, я вам могу сказать, что я по идее в восторге. Почему? Потому что, во-первых, тут указан концентрат куркумы с активным компонентами куркумы, витамина С, В3, Е, которые защищают кожу от повреждений свободными радикалами и способствуют сокращению пигментации, осветляет, выравнивает тон, повышает выработку коллагена и церамидов. Плюс ко всему, я нанесла сыворотку на лицо, да, вот она такая, очень приятная, хорошо, быстро впитывается. Вы ее наносите круговыми массирующими движениями и потом, не дожидаясь, пока она быстро-быстро впитается, хотя она, в принципе, быстро впитывается в руку, так вообще мгновенно, наносите уже дневной или ночной крем, что у вас по уходу, в такое время дня, утро или вечер. И, в принципе, с утра я ее нанесла. Я нанесла дневной крем, который идет с SPF 15. С SPF 15. И у меня ничего не скаталось, когда я начала наносить тональный крем. В общем, я рада. Я рада таким средствам, которые можно и ухаживать, и еще и вдобавок ко всему дополнять уход, делать его более глубоким, потому что сыворотка это всегда улучшает действие крема, хотя крем тоже неплохой, но вместе получается просто синергия. И добавок ко всему не скатывается и удобно делать поверх макияж. Вот это два в одном, это идеально для меня, потому что я макияжи делать очень люблю. Дальше крем для век. Тоже вот он так стоит, очень удобно, потому что обычно у лежачих кремов тут все стекает, и каждый раз как градусник встряхиваешь, а тут поставил, и оно стоит аккуратненько, и на бок складывать не обязательно. Итак, давайте смотреть крем. Я сначала думала, что это гель, очень похож на гель, но как только притронулась, поняла, что это крем. Очень классно, здорово, тоже запах.
у всей линейки запах, он не бьющий в нос, но присутствует. Какая-то такая легкая свежинка, сластинка, что-то такое вот есть. Обещают нам взгляд молодой и сияющий. Действительно, вот эти мелкие морщинки обезвоженные, они сразу пропадают, вот сразу. Что мне действительно понравилось. Более глубокие, конечно, это уже массаж против часовой стрелочки. Таким образом, вот мы начинаем наносить не от внутренней стороны глаза ко внешней и потом против брови, а наоборот по брови и до брови. То есть по росту линия волос на бровях. Тогда это будет правильное нанесение. Новая серия, в основе которой патент Фаберлик. А вы знаете, таким образом активные вещества попадают в глубокие слои кожи. Это не очень просто. Нужны особые капсулы-носители. И самое интересное, что до сих пор липосомы являются самым активным транспортировкой веществ в глубокие слои кожи. Итак, встречайте нашу разработку, серию куркума с инновационным комплексом «Куркума Age Removing Complex». Она создана на основе нашего патента, и это новое слово в антивозрастной косметике. Активная антивозрастная формула основана на двух активных молекул. Как вы думаете, чего? Куркума. Известное аюрведическое растение. Это тетрагидрокуркумин и тумерон. Средства серии будут воздействовать на все самые важные жизненные функции кожи. И самое главное, естественно, будут продлевать вашу молодость и красоту. Куркума – удивительное растение, ее можно назвать панацеей, она действительно лечит почти все. Тысячи лет применяется в аюрведе для лечения широкого спектра болезней. И самое главное, куркума защищает от старения весь организм. И ученые признают, что если источник вечной молодости существует, то, скорее всего, это куркума. И потому что в ее корне обнаружено 12 самых ценных и самых активных молекул. И наши исследования показали, что наиболее важными для кожи будут являться это куркумин, такой полифенол, не пугайтесь химии, который содержится в том самом золотистом порошке куркумы, и тумерон. Это уникальный компонент эфирного масла куркумы. Природная куркума очень полезна, но, к сожалению, очень плохо усваивается нашим организмом. К примеру, вам нужно съесть 100 грамм куркумы, чтобы получить тот самый нужный эффект. Поэтому мы очень долго работали над формулой, стремясь сделать ценнейшие активные молекулы куркумы доступными для всех клеток кожи. И в результате был создан уникальный липосомальный комплекс «Куркума Age Remover Complex». Итак. В каждой крохотной сфере липосоме содержится двойная сила куркумы. Прежде всего, это активная форма куркумина, которую называют белым золотом. Мы ее преобразовали так. Теперь эта молекула не желтая, а белая, поэтому легко сочетается с косметикой. Это активный компонент из масла куркумы – тумерон. И благодаря инновационной липосомальной форме мы на 100% увеличили проникновение всех активных молекул в глубокие слои кожи. И этот уникальный результат мы подтвердили клиникой и патентом. Куркума Age Removing Complex. Он будет стирать все стигматы возраста, все признаки старения вашей кожи. И куркума – это еще очень мощный антиоксидант. Самый, наверное, мощный антиоксидант, который встречается на нашей планете. Активные молекулы куркумы не только защищают клетки, но еще будут активизировать ваши собственные антивозрастные ферменты, которые будут запускать процесс синтеза активных молекул на клеточном уровне. Но мы еще не могли обойти со стороной замечательные осветляющие, отбеливающие свойства куркумы. Это, особенно этим отличается тетрагидрокуркумин, и его не случайно называют белым золотом. Доказано, что он в 25 раз активнее витамина С. Представляете, всего лишь 0,25% тетрагидрокуркумина сделает вашу кожу идеально гладкой и светлой. Итак, куркума Age Removing Complex значительно превосходит большинство натуральных ингредиентов по своему осветляющему действию. Ну и далее, особая гордость нашего центра разработок – это отбеливающая витаминная сыворотка. Сыворотка-концентрат, сгусток той самой куркумы. И благодаря увеличению концентрации активного комплекса, сыворотка – это будет тот самый эликсир молодости. Будет она бороться с возрастной пигментацией, выравнивать неровный тон вашей кожи, осветлять лицо, если это необходимо.
Но тем не менее, все средства инновационной серии куркума будут запускать прежде всего процессы омоложения, стимулировать синтез коллагена и церамидов, будет защищать еще кожу от потери влаги, интенсивно питать ее, делать кожу более упругой, более эластичной, более подтянутой, а тон вашей кожи очень ровным и абсолютно сияющим. И все эти средства можно применять уже начиная лет с 35. И главное, вы можете сочетать их с любым антивозрастным уходом, то, что вы видите в нашем каталоге. Ну а познакомиться с первыми препаратами вы можете уже в 18-м каталоге. Первые средства из серии куркума появятся именно так. Поэтому следите за нашими новостями, не пропускайте наши долгожданные новинки. И самое главное, излучайте любовь, сияйте молодостью, и вы будете всегда прекрасны. Ну и для вас у меня хорошая новость. Всемирная организация здравоохранения отодвинула время наступления старости. Теперь это начнется в 75 лет. У вас достаточно времени, чтобы решить великие дела. Еще раз, и все рождение. Дальше у нас с вами тушь. Тушь мне очень-очень понравилась. Тут тоже увидите вставочку. Тушь просто наивеликолепнейшая, клевая, классная, но у меня есть к ней небольшие нарекания. Какие нарекания к ней? Она очень хорошо удлиняет, она очень хорошо наслаивается, она не комкуется, она в течение дня не осыпается вообще. Она действительно очень-очень хорошо смывается. Смывается очень классно. У меня таких две, что ли? А, нет, это, извиняюсь, это старая тушь у меня. Мы тут с девчонками тестировали. 57-63, кстати, тоже нравится 57-63. Артикул. У нее такая толстенная хорошая кисточка. А вот эта новинка, да, она красивая, да, она клевая, да, она классная, да, она хорошо, вот как вы видите на видео, наслаивает, ресницы просто становятся большие, крупные, клевые, классные, но она очень долго высыхает. У меня к ней есть претензии. Если вы наносите ресницы первым слоем, то вам нужно потом перерыв, прям 10 минут, чтобы перейти к макияжу глаз. А если вы чихнете во время накрашивания ресниц, у вас все останется навеки, все полностью, как у меня получилось. Это тушь для терпеливых людей, которые хотят действительно ресницы как опахалы, чтобы оно смывалось и не размазывалось, то есть такими оно собирается при смывании обычной водой, такими катышками очень приятными, она не мажет, она не размазывается по лицу. Это здорово, это классно, если где-то вдруг вы ощутили, что вам нужно умыться, но у вас нет никакого моющего, чтобы мылом не травмировать нежную кожу век обычным. Вот 58-22, но она очень долго сохнет. Пока она сохнет, вы можете моргнуть, как-то подвинуться, она у вас будет отпечатываться везде. Но после того, как она уже высохла, с ней уже ничего не случится. Тушь как бы для терпеливых и для тех, кто умеет аккуратно в конце макияжа наносить тушь и уже не моргать, не чихать. Ждать, пока высохнет. Вот эту тушь мы тоже смотрели. 502-02. Она идет в классном чехле. Она у меня уже закончилась, поэтому это уже пустая баночка, можно сказать. Просто нечаянно я ее тут оставила на столе. Дальше заказала себе такое вот. Оно шло в коробочке. Заказала классную штучку. Афродизиак с артикулом 1291. Мне очень нравится этот аромат. Я его наношу с превеликим удовольствием. И вы знаете, он до такой степени какой-то вот легкий, такой приятный, не бьющий в нос, обалденное. Это арома масла. То есть это не масляные духи, а именно арома масла. Артикул 1291. Очень классно. И на меня оно действует как-то, знаете, так умиротворяюще, хотя афродизиак идет. Дальше новая парфюмерная водичка Шанти. Это пробник, артикул 34.2.0. Полноценная версия мне будет доступна за 2 недели до начала продаж. Сразу же оговорюсь, что она для меня рядовая. Рядовая. Почему? Потому что очень приятная вода, очень вкусная, израсходую с удовольствием. Куплю второй раз при великим удовольствием. Действительно такой нелегкий, но и несложный аромат. Он подойдет для всех возрастов, как по моему мнению. И девушке 15 лет он подойдет, и женщине, даже 80 лет женщине подойдет. И вот этот, что очень-очень приятно, что он такой для всех, вот этот аромат. Лимончик плюс какие-то цветочные фрукты очень приятные. Лимончик, цветочные фрукты. И в конце уже такой вот завершающий этап, это ванилька. Такая фруктово-цветочная ванилька. Если в начале лимон, то в конце фруктово-цветочная ванилька. По пробнику могу сказать, что если 2 раза в день обновлять этот аромат, вот вы с утра нанесли, например, в обед обновили, и ближе к вечеру, там часов в 5-6 обновили, то он, в принципе, я его чувствовала весь день. Если же я его носила, этот аромат, 2 дня только с утра, то я его наносила на волосы, на волосах он остался, на руках, на шее, еще где-то он, конечно, выветрился. Поэтому стойкость нормальная, могу сказать, отличная. Он мне понравился. Закажу полноценную версию с превеликим удовольствием. У полноценной версии еще не знаю артикул. Дальше, крем-пантенол для рук. Очень понравился. Чем?
Во-первых, действие шикарное. Во-вторых, аромат очень приятненький такой. В-третьих, тюбик 100 мл. Обычно идет 75, этот 100 мл. Это не маленький тюбик. В-третьих, очень хорошо наносится, быстро впитывается. Легкий, нежный, шикарный. Мне повезло, что у меня еще его даже и муж протестировал. По какой причине он его протестировал? Потому что у него обветрили руки, он таскал двери. Нам устанавливали в квартире двери, меняли аж 8 дверей. И, конечно, он потом с этими дверьми, с обоймами, вот с этим совсем таскался. У него прям такие шероховые обветренные руки были. И он пришел, говорит, слушай, что-то меня аж прям сгибать, говорит, их неприятно. Я говорю, давай-ка первый слой, второй слой, давай-ка давай. Хотя раньше я ему давала что-то типа кислородного бальзама, перемешивала с малофтелином и вот этой ядреной суперской смесью, смазывала, у него все проходило. Тут он этим кремом намазался, так как тут заявлен пантенол. В составе он не очень-то на первом месте, на что я обратила внимание. Он сказал, слушай, правда здорово. Правда здорово. Потом он после туалета руки помытые опять. Он говорит, дай я еще смажу. То есть таким образом он мазал за день раза 3-4. А если не забывал, я ему его поставила уже в ванну. Как вы видите, тут очень много уже ушло, выдавлено. Мне понравился эффект, мне понравился результат. 1371 рекомендую. Очень понравилось. Дальше. Пчелиный воск крем для ног. Это восстановление и питание. Артикул 1370 100 мл. Тоже очень понравился крем. Понравилось, как он проникает даже в шероховые пятки, хотя он для этого не заявлен. Но он, видите, он такой густоватенький, хорошенький. Запах у него такой, знаете, ментоловый. Если ноги устали, он еще и сделает так, чтобы они у вас не устали. Это тоже очень-очень приятно. Вчера удаляла волоски на ногах, смазывала этим кремом. И из-за того, что мы ездили с девочками в лес гулять, я прогуляла 5 километров. И ножки, ну, икры, немножечко, так, знаете, неприятно было с непривычки разом 5 километров пройти. Ну, хотя это немного, это 1006 шагов. Но все же подустали так ноги с непривычки. В зимней обуви, в шубе тяжело, идешь, хлопаешься. Но опять-таки гулять нужно. Тут вот ролик, как мы в лес сходили с горы. Покатались вот именно тут, посмотрите, пожалуйста. И прикол в чем? В том, что действительно я пришла, у меня прям пятки пульсировали, икры устали, и он так подснял усталость. Больное коленко он, конечно, ну, не вылечит, говорил Илья, артикул 1370, но больное коленко у меня лечит пчелиный яд, у нас есть, да, есть аргинин, пчелиный яд, ими по очереди смазываете, и просто потрясающий эффект. Дальше. Это просто сенсация. Лично для меня это сенсация. Прям распечатала про него аннотацию. Это наш новый крем Signum One. Цена у него по каталогу 4999 рублей, 5000 округленно, артикул 158.15. Цена наша со скидкой. У меня скидка 26%, он 3700. У кого 20%, ну он чуть дороже будет. Но если вы делаете ежекаталожный 50 баллов, то у вас скидка на него будет 3700 получается по цене каталога. Итак, это биорегулятор универсальной живой ткани на основе сигнальных пептидов. Давайте сначала про него поговорим, потом я вам расскажу результат, который я получила всего за 4 дня. Я обалдела. Просто грубже слова нельзя сказать, но я бы с удовольствием сказала грубже слово, потому что я просто в шоке, ребята. В приятном, конечно, шоке. Итак, это универсальный косметический регенерирующий гель на основе сигнальных пептидов, который ткани специфическим действием для поддержания нормальной функции опорно-двигательного аппарата содержит калия в организме, улучшая трофики клеток крещевой и костной ткани. Это круто, ребята, это реально круто. Он предотвращает отложение кальциевых соединений в сосудах, мышцах, суставах, внутренних органах. Также судороги, спазмы убирают, нормализуют функции иммунной системы, способствуют улучшению метаболизма соединительной хрящевой и костной ткани. Рекомендован в качестве вспомогательного средства при лечении пациентов с генеративными какими-то изменениями хрящевой ткани и при воспалительных, трофически дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Также у него есть, конечно же, противопоказания, индивидуальная непереносимость, но в чате нас уверяют, что ни разу не было за много-много лет ни одной жалобы на то, что он вызвал какую-либо аллергию, покраснение или еще что-то. То есть он абсолютно безопасен. Срок годности 36 месяцев. Основные компоненты. Тут идут специальный водный раствор геля, гиалуроновая кислота и пептид комплекс. Дальше вот состав по-английски. Ставьте паузу, читайте. Ну и, конечно, наносить его нужно тонким слоем на проблемные зоны кожи или места проекции внутренних органов. Я им заинтересовалась после того, как в чат выслали фотографию, что за неделю ушел огромная бляшка псориаза. Я как носитель псориаза с 20-летним стажем, меня его наградил папуля. Папа уже борется с псориазом очень-очень давно. Это не заразная штука, но все-таки он доставляет дискомфорт. Пятнышки их видно, они чешутся и так далее. Я, конечно, борюсь, лечу, он снова вылазит и так далее. И год
назад у меня весь затылок им покрылся. Уже весь затылок им покрылся, я начала переживать. БАДы, витамины пью, все пью, но думала, что уже придется ложиться в больницу, так как все-таки аутоиммунное заболевание. Конечно, вот этот Сигнумман за 4 дня уменьшил мне полностью красноту, пятен, псориаза, потому что я, вы знаете, я чесалась, я порой ночью просыпалась от того, что мне больно, я чесалась, и когда однажды я пошла ночью в туалет, включаю свет, а у меня прям под ногтями кровь, то есть я до крови расчесывала во сне голову, когда себя не контролировала. Это, конечно, что-то с чем-то, да, это уже продолжается около года у меня, вот, ну, как я так понимаю, что пошло обострение, может быть, из-за того, что я очень много нервничаю, все-таки я руководитель большой структуры, и вот эти вот все ковиды, операции военные, конечно, боишься за наших мужчин, за себя, за детей, конечно, переживаешь. Вот как раз эта штукенция просто остановила у меня все. Я первый раз, ну, увидела в чате, заказала 3700, сумма не маленькая. Намазала и забыла. Второй раз тоже намазала и забыла. И только на третий день я поняла, слушайте, а я уже 2 дня не чешусь. Я начала щупать, я на затылке, как же я увижу, я начала щупать, смотреть. Ребят, я заказала 10 штук. Утвердила, заказала 10 штук, а потом уже, думаю, вдруг мне не хватит, потому что у папы тоже псориаз, я на него тоже заказала, 5 себе, 5 папе, и думаю, это невероятно, это просто круто, и мало того, что у меня прошел зуд, у меня начали все уменьшаться. Вот это средство, я просто в шоке над ним. Я его очень хвалю. Я не знаю, какие будут дальше результаты. Понятно, что в пустых баночках я вам об этом расскажу. Но этот препарат единственный в жизни. Вот мне 39 лет. 20 лет я мучаюсь с псориазом. И он единственный мне вот прям быстро, круто, прямо на глазах помог. Я просто брала этот гель и просто его втирала. Причем его очень полезно наносить куда угодно. Допустим, рука не болит, ну и не заболит, раз вы руку мажете. Какое у него действие? Мы его начали наносить везде с девчонками. Все вы знаете, у меня в гостях, кто сторисы смотрит, рубиновый директор в моей первой линии, Ириночка Тихонова с Ульяновска, топ номер один Ульяновска. И вот мы с ней сидим, куда только не нанесли, как только не протестировали. Лицо мгновенно светлеет, когда вы его наносите. Я не могу сказать, что было какое-то там прям крутое улучшение на лице. Я этого не могу сказать. Вот в чатах пишут, вот только намазала, все, вот там результат неделю держится. Нет, я такого сказать не могу. Но все-таки я заметила, что руки стали моложе, все стало моложе. На лицо тоже нанесла. Он быстро высыхает, он быстро впитывается. У него практически нет никакого аромата. У него, скорее всего, его вообще нет. Ну вот сколько бы я ни нюхала, ну что-то вот кисленькое, но до такой степени еле уловимое, можно сказать, что нет. И он какой-то, знаете, такой, ну, пленкой нет, не пленкой, неправильно сказать, а какой-то такой вот немножечко стягивает лицо. Вот я его нанесла на лицо, сбегала, умылась, нанесла, и чувствую такое, немножко стягивает так вот кожу. Но не то, чтобы кожи влаги не хватает, и он там что-то такое делает, что кожу надо дополнительно увлажнять, а как будто такая мини-мини-мини-мини-мини-мини-мили-мили пленочка какая-то. Вот. И, ну, мне, конечно, интересно, но я потом почитала состав, поняла, что тут есть в составе гиалуронка, но она, в принципе, так и работает. Потом я стала читать, еще на сайте пишут, мажут спину, мажут локти, колени, мажут внутренние органы, где что болит, все везде мажут. Чат по чистоте, кому нужно, пишите в комментариях, я вам скину ссылочку на чат по чистоте, заходите туда, покупайте, очень-очень крутая штука. Что он делает? Восстановление саморегуляции, усиление регенерации, омоложение кожи, природные технологии, помощь при проблемах с костями и суставами, глубокое проникновение, гармонизация регуляторных функций соединительной ткани, поддержка иммунной системы, дружественность микрофлоре, геропротекторное действие. Вот вы представляете, какой классный список. Вот прямо супер. Вот состав, еще раз вам загуглю. Посмотрите обязательно, поставьте на паузу, почитайте. Честно сказать, я в шоке. Скорее всего, не видно было состав. Давайте вот таким образом я вам его загуглю, чтобы у вас уже не оставалось ничего. Комплекс сигнальных пептидов Сигнум 1. Такой вот гельчик. Тут еще был затвор такой. Штучка такая втыкалась, но я ее, эта тушь, ну я ее уже потеряла. Вот такой вот гельчик, который не жалко на себя выливать, потому что знаете, что каждая капля приносит прям шикарнейший результат. Я в восторге и честно вам скажу, я просто в шоке. Я в шоке над тем, как он работает. Далее в новинках такие вот наклеечки. Мне они очень-очень понравились. Они действительно суперские. Артикул 71037. Это прям все про любовь. Да? Клубнички, поцелуйчики, сердечки, купидончики. Очень красиво. Я думаю, что я попробую, сделаю в следующий раз с мастером вот эту красоту. Ну и, конечно, хочется попробовать и сейчас. Ну и вторые наклеечки. Это такие вот цветные, клевые, классные. Тоже все с сердечками. 71036. Просто красота. Просто великолепие. Ну что ж, давайте посмотрим.
Да, открываем, достаем. Такая вот бумажка. Угу, красота. Ну, тут указаны, получается, правила. Так, наверное, надо крупнее. Вот такие вот правила, состав. Тут все есть. Можете поставить на паузу, почитать. А я пока буду вырезать. Угу. Ножницы куда-то маникюрные задевала. Вот, поэтому буду стараться вырезать крупными все. Да. Так, опускаем воду, как мастер делала. Ну и давайте второе сделаем. Тоже опустим воду. Можно покрывать его и блесками потом сверху. Лаком с блесками можно покрыть. Можно обычным бесцветным лаком покрыть. Я покрою обычным бесцветным лаком. Так, второй вариант. Вот, ну, давайте таким образом возьмем. Потом, значит, мы берем эту штучку. Она у нас с вами отслаивается. Кладем куда-нибудь на ноготь. Можно ровно, можно прямо. И ждем, пока подсохнет. Такая вот красота получилась. Так, вот так вот. Очень красиво, феерично. Мне кажется, хорошо. Ну и вторую мы возьмем. Да, вот она уже тоже отслоилась. Давайте сюда, что ли. Вот так вот. Давай. Вот так. Тоже получилось шикарно. Огонь. Согласны? Ну, ногти уже подотросли, но прям очень мне захотелось именно их сделать. Ну, хорошенькие, конечно, да. Угу. Ну и потом, чтобы они не отпали, я буду покрывать топовым покрытием. Надеюсь, это оно. Так, сейчас я вам зачитаю. Стойкое топ-покрытие Stay On, артикул 7830. Ну, понятно, что я буду весь накаток покрывать сверху, чтобы оно дольше держалось и, получается, дольше было на ногте. Так, ну и второй также покрою. Получилось классно, аккуратно. Ну, можно сделать, в принципе, и супер пестрое. Какая разница? Согласны со мной? Да, вот такая красота. Ну что ж, мои дорогие, я с вами попрощаюсь в этом ролике. Вот, перейдем к следующему обзору, где будут стрелки, бьюти-кейс наш новый для VIP-70 и так далее, уже в следующем видео.